Однажды, давно ты сказала мне, что не можешь представить свою жизнь без меня. А я сказал, что ты нужна мне, и что однажды мы что-нибудь придумаем. А потом мы провели годы друг без друга. Целую вечность. 5 лет спустя ты вошла в дверь, и показалось, будто проехал последний этаж в лифте, и он вот-вот остановится. И сводит желудок, и слабость в коленях, но ты можешь вздохнуть. И тогда я понял. Я хочу, чтобы ты была в моей жизни до самого конца. Я не хочу тебя отпускать. Ты выйдешь за меня? Да. Смотри, и что они пишут. Пойман с фальшивыми деньгами в гостиничном номере. Не бойся, пока что все у меня. Но завтра информация просочится в прессу. Как ты могла зайти так далеко? Ни в чем не виноват, ты тоже это знаешь. Но доказательства говорят обратное. Чего ты хочешь от меня? Положи конец этим отношениям.